Первыми на защиту стали те, кого мы до сих пор называем ликвидаторами последствий взрыва. Это эти люди, кто по призыву, а кто добровольно, выехали в зону взрыва, не зная, что в Чернобыле произошел выброс в атмосферу радиоактивной пыли вдвое больше, чем в Хиросиме после взрыва атомной бомбы. Но даже если бы они и знали об этом, большинство уверен, поступили бы так же, чтобы спасти жизни многих тысяч ни в чем не повинных людей. В 1992 году появилось Маалотское отделение Всеизраильского благотворительного общественного объединения помощи репатриантам, пострадавшим от последствий Чернобыльской катастрофы. Я не буду говорить подробно о работе нашего отделения, но мы знаем, что много лет в нашем городе действует единственный такого рода в стране оздоровительный лагерь для детей из зон радиационного излучения. Для взрослых организовываются экскурсии во многие уголки Израиля. Регулярно организуется отдых в Эйлате и на Мертвом море. Нуждающимся оказывалась материальная помощь, вручались подарки и так далее. Сегодня мы собрались в связи с тем, что корпорация по атомной энергии «Росатом» наградила группу ликвидаторов из нашей организации медалями и памятными знаками. Для вручения этих знаков к нам пришли депутат горсовета Юрий Кучер, муниципальный контролер Алекс Корнеев, исполняющая обязанности начальника отдела абсорбции Ирина Шлифер. Мне сегодня помогают молодские артисты Людмила Лысенко и Валентин Нездаты, а также звукооператор Владимир Мищенко. Итак, непосредственно к делу. Группа ликвидаторов из Маалота награждена медалью 30 лет ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Я приглашаю к награждению Игоря Кагановского. Игорь, пожалуйста. Целых полгода с мая по ноябрь по направлению с места своей работы в Киеве провел Игорь в зоне аварии. Все время он занимался ремонтом оборудования пищевых предприятий, обслуживающих ликвидаторов. Игорь Кагановский награждается медалью. Пожалуйста, Игорь, займите место во втором ряду. А специально для тебя... Служил Советскому Союзу. Да. А специально для тебя и всех нас поет Людмила Лысенко. Песня называется «Молитва». Моей невысказанной вины.
страдала моя душа. Ах, неспроста такой ряд твердят уста. Все пройдет, и весенний порой ты вернешься, мой сын, мой герой. Мне бы быть звездой, то, что ты такой, видеть, что ты рядом, что живой, радоваться вместе рождению дня. Я пустую надежду с тобой храня, и если снова в бой вся моя любовь летит с тобою в гроб. Мы придем однажды с тобой войны, и моей не высказанной вины. Вячеслав отправился в радиационную зону добровольно. Он был профессиональным фотографом и решил навсегда запечатлеть те события. 85 суток, 2,5 месяца он был на станции, подвергая свою жизнь опасностью. Награждается медалью. Спасибо. Займите место рядом с Игорем, а для вас, специально для вас, поет Валентин Нездатный. Шпаргалка, шпаргалка. Песня называется «Были юными и счастливыми». Вы юные и счастливые, я на память.
были девушки все красивые, ты Серегу брат, как и ты. Во дворе у нас жила то ленинка, то ленинка, всех она с ума свела, все в нее влюбились пылко. И рыдала на любовь граммофонная пластинка, и гнала по жирным то ленинка, то ленинка, и гнала по жирным то ленинка, то ленинка. Ему вручается медаль, фотография на память. Спасибо. Михаил занимает место рядом с товарищами, а для него поет Людмила Лысенко. Спасает вновь любовь.
любовь и смерть, добро и зло, что свято, что грешно, познать нам суждено. Любовь и смерть, добро и зло, а выбрать нам дано одно. Было так давно,
все вижу. Как смотришь предо мной, и все это вижу. Что хочешь, чтобы я отсел к тебе поближе. Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова в душе давно перегорели. В памяти мою так много теплоты. Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думал, постарел, все брошено и забыто. Ты веришь, столько лет. А мы с тобой не здесь, а юность наша где-то. Так хочется туда, туда, где небо. Давай поговорим, ни повода, ни слова. И строим ото всех привязанность свою. Я буду снова, снова, как будто ты мне снова сказала, я тебя по-прежнему люблю. Не думать о тебе, не выше моих сил. Пусть даже столько лет у нашей с тобой судеб. Ведь так как ты меня, никто не полюбил. Как кажется, ничего когда ничего у нас уже не будет. Очень жаль. Спасибо, Валентин. Приглашаю Веру Гройсер. Работала себе Вера преспокойно лаборантом в Пятанецкой областной дуббольнице, как вдруг пришла беда. И была она направлена в 30-километровую зону от Чернобыля. Вместе с врачом и медсестрой в течение 2 недель она проверяла состояние здоровья молодых солдат, которые занимались очисткой домов и территорий от радиации. Вера Гройсер награждается почетной медалью. Для Веры поет Людмила Лысенко. Ну
православную прилета, мой друг, что ли день? Я думала, это весна, а как я была влюблена, мой друг, что ли день? Я думала, это весна, а как я березы, гордость,
опять я разойду, и мне вышибет два каштана, что посадила Жанна. Еще песку два клена, любимцы Соломона и вишня небольшая, что вырастила рая. Они не прожили много лет одной большой семьей. Бывает так, славный сосед ближе, чем родной. Теперь гляжу я сквозь года на этот серый дом. Повыезжали кто куда, а дом пошел на слом. А во главе березы гордость, как и розы, и вышли два каштана, что подарила Жанна. И жил давно два клёна, приезда Соломона, и вишня небольшая, что вырастила рая. Мне кажется, что это сон. Мне не хватает их, и лечит старый венцом детей, но не моих. Одной Ковинский не сошьет костюм на выпускной, и Розенблат не подобьет мне обувь в мастерской, и скажет Фридман пока, что люди все равны. Но если едут все подряд, кому мы здесь нужны? Сюда наведываюсь я и в стужу, и в жару. Здесь был мой дом, моя семья, наверное, здесь умру. Я приглашаю к награждению Любу Симоновскую, пожалуйста. Люба, работавшая на Гомельской международной станции, уже в мае была направлена на Чернобыльскую АЭС, где вахтовым методом отработала несколько недель. С 1998 года Люба руководит и успешно руководит молодцким отделением общества «Чернобыль». Люба Симоновская награждается памятным знаком за ликвидацию радиационных аварий. Ваши аплодисменты! Для Любы поет Валентин Нестарный. Фотография на память. Люба занимает место среди своих товарищей. Люба, на сцену. А для тебя поет Валентин Нестарный. Каждый хочет быть другим, только счастье, как и вновь.
любовь позади. И любовь на шлёпе в свете, как нечасто милый друг. И живём на белом свете, без сомнений и разум. Что не вечен успех, жизнь бежит, словно горный ручей. Все проходит, и слезы, и смех, и друг друга понять все сложнее. Но весна начинается вновь, и мы снова забыли про года. Ищем счастье и верим в любовь, ведь так было и будет всегда. Много лет работает Чернобыльский лагерь, и он помнит, что Анна Голгур много лет его требовала у него, чтобы этот лагерь работал, и он очень рад, что этот лагерь существует до сегодня. Хальфу 31 шана מהיום הקשה הזה, שהייתה התפוצצות בכור, והרוסים הסתירו מהאזרחים במשך 36 שעות את כל הפיצוץ, ולצערי הרב הרבה מאוד נפגעו, ובעצם העננה הרדיואקטיבית הגיעה אפילו עד מדינת ישראל. פרשו 31 год צ'רנובלסקי. Аварии, и говорит, что Россия в течение 36 часов вообще не объявляла об этой аварии, и поэтому пострадали очень многие люди, которые не знали, что происходит. Зелопцацататом,
אבל זה רק מצביע מה אדם עושה לעצמו. Это не атомная бомба, но это показывает, что человек с собой делает. אנחנו הקמנו כל מיני קורים שבסופו של דבר אנחנו לצערנו ניפגע בהם. Создали много ядерных реакторов, и, к сожалению, мы можем пострадать от них. ואנחנו רואים מה שקורה היום בצפון קוריאה וארצות הברית, ואנחנו מתפללים שהוא לא יקרה שום דבר. Мы видим, что происходит сегодня между Кореей и Соединенными Штатами, и молимся, чтобы, не дай Бог, не произошло трагедии. אני רוצה באמת לברך את כל אלה שהגיעו מצ'רנוביל והחליטו לגור במעלות. קיבלנו אותם באהבה רבה. הם כבר לא יכולים להגיד שאתם עולים חדשים. אתם ותיקים דוברי רוסית. Я хочу поздравить всех, которые приехали с Украины, из района Чернобыля и решили жить в Маалоте. Вас уже нельзя называть новыми репатриантами. Вы жители, вы старожилы города, говорящие на русском языке. Они мечтают, что они лоламаты русы. Жалею, что он еще не выучил русский язык. А балатем гамлом добрым воспитанием. Но и мы не до конца говорим. Это беседа, Рахай, у них это беседа. למה לא למדתי רוסית? למה אתה לא למדת? זה לא פשוט, זה קשה מאוד. שפה קשה. אם את תקחי אותי ותלמדי אותי רוסית, את יכולה? יכולה. לא קשה. בגיל שלנו לא קל. הראש כבר אולי בעוד כמה שנים יעשו ג'וק. כמו שמכניסים בתוך אייפון, יכניסו בתוך המוח ונתחיל ברוסית. אני מדבר צורך. תראו, אני רוצה לספר לכם. שתו, סקורא, נגד איזה פריטות צ'יפ, כתורי כמו שאנחנו נצטעים בוולו, כי הברית לבום. אני רוצה לגוד בכם, שאני נפגש עם כל מיני אנשים בארץ, בחוץ לארץ, שמדברים אנגלית, ואני לא מדבר אנגלית. עכשיו זה לא נעים, או שאין לא מדבר אנגלית, זה לא נעים, אבל אני עושה להם צרות. איך? אני שואל אותם, לפני שהם מתחילים לדבר, אני אומר להם, סליחה, אתם מדברים צרפתית? אומרים לא. אתם מדברים עברית? לא. אתם מדברים ערבית? לא. אז מה אתם מדברים רק אנגלית? אז זאת אומרת שאני יותר טוב מהם. Он говорит, что когда он встречается со многими людьми из-за границы и здесь, и они практически все говорят на английском языке, а он, к сожалению, своему на английском не говорит, он, упреждая их вопросы, говорят ли они на английском языке, спрашивает, говорят ли они на французском, на иврите, на арабском. Когда они говорят нет и говорят только на английском, то получается, что он знает гораздо больше языков. Авал гамли לדבר רוסית, אני שמח שידענו לקלוט אנשים. תמיד היו לנו אנשים טובים שידעו לתרגם. עבודה מצוינת עם יורי, עם אנה, עם אלכס, ועוד הרבה הרבה שעוזרים לנו גם בשפה. וגם ההשתלבות בעיר, יש הרבה מאוד שעלו מרוסיה שמדברים היום עברית מצוין, גם אנשים מבוגרים. Шлёма говорит, что несмотря на то, что он не говорит на русском языке, город Маалот принял очень много людей, которые говорят на русском языке и на иврите, и помогают ему переводить, и это не мешает вашей абсорбции. Он говорит спасибо контролёру муниципалитета Алексу Корнееву, Ане Голубу и работникам отдела общины и абсорбции, то, что они помогают вашей иврите. את כל אלה שקיבלו את המדליות, כל הכבוד לכם. Поздравляю всех, которые получили сегодня медали. Мы гордимся тем, что вы жители нашего. ותודה לכל הציבור שיושב כאן. וספסיבו вам всем. שיהיה לנו יום עצמאות שמח. И пусть у нас будет יום עצמאות שמח, не нужно переводить. Спасибо. Вот и
собралась на сцене вся группа этих замечательных людей, для которых авария на Чернобыльской АЭС была не просто фактом, а частью их жизни, где они научились сострадать, где они проявили силу духа и воли. Я прошу подняться к чернобыльцам для фотографии на память господина Шлома Бухута, господина Юрия Кучера, Алекса Корнеева, Людочка Лысенко, Вали Нездатный. בואו לגלות פארק נופש אקולוגי יחיד מסוגו. בואו לגלות אטרקציה תיירות לאומית. בואו לגלות מחדש את אגם ונפות שבארץ מעלות תרשיחא. לאחר 20 שנות פעילות ובשיתוף מיטב האדריכלים, יועצי הנוף והקיימות, אגם ונפות משנה את פניו והופך מאגם פריפריאלי לריאה ירוקה ומלאת הפתעות בלב העיר.